В этой самой операционной, вот за этим столом, была сделана операция 8-летней Асель. У девочки от рождения отсутствовала одна перегородка сердца. Родители наблюдали у своего ребенка и частую одышку, и быструю утомляемость. Проконсультировавшись с местными врачами, девочку решили все-таки оперировать в Актобе. Тем более, что с этого года у областной детской больницы есть для этого абсолютно все. И новое оборудование, и грамотные специалисты. У Асели отсутствовала межпредсердная перегородка. Дефект составлял порядка, я же говорю, около 4 сантиметров. Для ее возраста и для ее сердца это очень много. То есть весь поток крови поступал в легкие. Мы заположили заплату, восстановили полностью всю эту перегородку. Вот. По УЗИ сердца у нас сейчас очень неплохо даже. Заплата стоит в той же позиции, в которую мы и хотели. То есть все нормально. Никаких дополнительных дырочек у нее нет. Операция длилась 4 часа. Значительную часть этого времени пациент был подключен к специальному аппарату, который заменял ему одновременно и сердце, и легкие. Бригада актюбинских кардиохирургов справилась с задачей удачно. Теперь сердце второклассницы Асель, словно мотор, заработало на отлично. Чешется рано? Да. Значит, заживает уже. Скоро ты домой выпишешься. У тебя все хорошо. Новый год будешь справлять дома. Ануар Сагидулаевич стал тем самым кардиохирургом, которому в числе остальных удается проводить уникальные операции на сердце. После интервью он снова бежит в операционную спасать новую жизнь. А вот и благодарные мамы детей, которым тоже были проведены сложные операции на сердце. Сейчас детки чувствуют себя замечательно. Переживания взрослых теперь позади. Моей дочери всего 10 месяцев, она родилась недоношенной. Имелись проблемы с сердцем, в ней попросту была дыра. Благодаря нашим врачам все хорошо, все прошло удачно. Спасибо большое нашим врачам, это их заслуга. Оснащение детского кардиоцентра позволяет оказывать качественные медицинские услуги, но надо смотреть в будущее. Главный врач детской больницы Нурлан Кожин заметил, развитие здравоохранения – один из приоритетов страны. Сейчас в медучреждении имеются вот эти новые современные аппараты. На их покупку из бюджета области было затрачено более 280 миллионов тенге. В общем, команда кардиохирургов областной детской больницы уже освоила новое оборудование. В год планируется проводить до 100 операций. А набраться опыта местным кардиохирургам помогут их столичные коллеги. На 2016 год у нас с Национальным кардиохирургическим центром подписан меморандум. В рамках реализации этого меморандума мы думаем, что будет тесное взаимодействие между Национальным кардиохирургическим центром, нашей областной детской больницей в плане привлечения специалистов, обмена опытом, посещения мастер-классов, проведения тех или иных тяжелых, сложных оперативных вмешательств детям. Данный меморандум еще позволит нам сделать то, что распространить на весь западный регион. То есть с открытием этого кардиохирургического центра в этом меморандуме будет отражено, что кардиохирургический центр областной детской клинической больницы будет распространен на весь западный регион. То есть это области Западно-Казахстанская, Мангоставская и Атравская области будут детишки лечиться у нас. Ляззат Сакиева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».